Ну что, у нас начинается? Начинается вторая карта. Пока еще непонятно, кто за кого. У нас раунд на ножах. Новый Esports выиграли The Dust 2. Они очень неплохо играют на трейне. Неплохо тащат. Но... Ну, пока ничего не ясно. Вообще, на трейне, конечно, они могут затащить. Тафа, посмотри на стрим. Да, видел я на стрим, как я тут пытался понять, кто мне тут что-то пишет. И пытался... Вообще, попытка отсортировать друзей, конечно, у меня продолжается всю эту неделю, но это невозможно. Знаете, там, заведу себе отдельно графу, там, злобные тролли. Таких там, наверное, будет пару тысяч. Лол. Ладно, рестарт. Ну что, новая Esports атакует. Команда NVHM защищается. И, видимо, новая Esports так решила, что ща мы, как мы тут в атаке классно сыграли. А не повторить ли нам? Почему бы и нет? Не продавить ли нам врагов? Не повторить ли нам раунд? Не убить ли нам кого-то с дигла на зелени? Вот флеши сняли, взяли дигл, пошли на зелень. Ну, видите, шарят, ребята, что нужно делать? По башке. Сделали минус. Взорвали арбуз тут фризу на крыше. Ой, он тут в опасной ситуации не попадает. Смотри, не разбейся. Аккуратно. Цапля. Нет. Какой лол. И 4 в 2. 4 в 2. Новый Esports, походу, возьмет пистолетку. Хотя, подождите. Есть еще хит. Чекает он крышу. Там никого. Бомб has been planted. Вот теперь уже очень сложно. Мои друзья, как же они меня спамят. Так, ну что, минус от Intensity. Ксеник остался один. И он против троих. Четверых. Ох-хо-хо-хо, уходит. Есть диффузы? Есть. Холды. Все, его увидели. Минус дигла. 1-0 для нового Esports. Но мне кажется, что эти ребята, вот у них получается трейны, что походу они на трейне сейчас будут просто изничтожать врага. Просто изничтожать врагов. Уж очень неплохо они выглядят так. Такой диглбай солидный в команды. NVHM. Ну, конечно, баем не назовешь. Скорее всего, это пустые диглы, без арморов. И Фриз, видимо, собрался играть с ВП, он просто играет с Юсхом. Так, прыгает в ХЛТБ, минус 2 с диглов, проходит, минус 3. Ой-ой-ой, переворот. Минус 4. Вида на последний остался. Как поломали там на зелени всех с диглов, я не знаю. Но это 1-1 на второй карте финала Аматорской Лиги России. Ну и еще раз напомню, что по идее через час 20 будут играть Natus Vincer, начнут играть финал против Fnatic. И я с нетерпением жду этого момента, потому что пора бы уже Na'Vi взять первое место. Конечно, тут понятно, что скорее всего они его возьмут с финала с Fnatic'ами. Ну, я думаю, они все будут чувствовать себя уверенно. Хотя, опять же, финал это всегда финал. Конечно, капитан Карн очень постарается выиграть чемпионат после. Нам надо, для этого момента нам нужно узнать, так кто у нас тут сильнее. Это новый Esports или NVHM. У нас вторая карта. Пару диглов мы видим уже его атаки, но тут без шансов. Ох ты, что-то немножко подлагнуло ХЛТВшечка. Нет, все хорошо. Минус от флеша. Но это второй раунд для NVHM. По-моему, тут трейн покажется длинным и длиннее, чем... Следующий тренд команды Nova Esports. Хотя, сейчас увидим. 2-1 в пользу. Пока что в пользу защиты. Такое немножко подлагивает у меня. Сейчас, ребят, поправлю титр.
Что в нем не так? Вот так, наверное. Да, тут... Тут, ребят, не стрим лагает немного. У меня немножко что-то все подлагивает немножко сейчас. Вот именно HLTV и сам Counter-Strike. Хоть непонятным, по непонятным причинам у нас подлагивает HLTV. Не, все-таки что-то есть у команды Nova Esports в атаке. Они что-то знают, они что-то мутят. А у них что-то... Ну, как-то уверенно они себя вообще проводят на трейне. И, конечно, это может только радовать всех любителей Counter-Strike, что вот молодежь так уверенно себя чувствует на этой карте. Ну, ладно, смотрим ситуацию 2-2. Фриз десятки контролит бомбу. Вот дизель тут очень важен сейчас. Ой-ой-ой, куда же он пошел-то? В тупую с АВП бегает на мидле. Сейчас Фриз его чуть не убил. Ставится бомба и два красных. 13-6 хп у атаки. Разменялись. 1-1. Но тут, понятное дело, хит легко выиграл этот раунд. 3-1 в пользу команды NVHM. Ну и как-то борьба, наверное, все-таки на этой карте ее будет побольше. Ну и, в принципе, я не знаю, вот успеем ли мы третью карту. Будем ли мы третью карту с вами смотреть, потому что если сейчас вот очень затянется трейн, мы можем просто не досмотреть чисто физически третью карту. У нас начнут играть матч Na'Vi и Fnatic. Ну, конечно, там тоже он может не по расписанию начаться, но тем не менее, всякое бывает. Пошел выход на Б, Фриз делает первый минус хаешки, минус 2 суспа кого-то еще прокинул, вот это да, и по-моему Нова, нет, не получается у них ничего, даже бомба, ну вот бомба, тачдаун будет, нет, не прошел тачдаун, задание на Эко не выполнено, и команда 2HM берет четвертый раунд, 4-1 счет в игре, пока, знаете, пока Nova Esports не может собраться в атаке, у них не получается их бешеные раунды, хотя попытки были. Ну вот теперь смотрим. Дым перед десяткой теров лежит. Там играют два игрока. Один Эндрю Зелень, двое вверх-вниз. Сплит на, уже начинается. Хае в мидл. Кира агрессивно на шестом сейчас умрет. Сверх-вниз вы должны сейчас разменять. Хотя смотрите, он тут разменивает двоих, троих. О боже, минус от калибра. Нет, флеш еще минус. Ну и калибр последний. Тут его легко застреляли. Видите, неплохо принимают такие аркады NVHM. И тут уже надо ломать голову команде Nova Esports, что делать дальше. Тут, видите, не все так проходит, как хотелось бы. И немного они, по-моему, подрасслабились. Они, наверное, вот были уверены, что если мы выиграем даст, то на трене там мы точно замочим своих врагов. Ну, не видите, пока все жестко. Ну, в принципе, стандартно идет. Защита набирает раунды, но вот непонятно. Все равно еще есть непонятные вещи. Вот теперь 3 зелень. Решили зелень продавливать. 4 аплент. Поджим с Б уже почти... Считайте, что все уже защищают точку, а... Потому что тут уже и спина проходит, и поджимчик, все, минус десятки, смотрим. Ксеник вернулся на Б, ой-ой-ой, он будет петлю такую жесткую делать, сейчас падает плант в районе мидла. Фриз АВП снимает интенсити, а зелень, почему? Зелень не пошла, подставила пацанов, калибр уже в десятку, что за цирк происходит? Вот теперь только на зелени дизель пошел, двое, бред, короче, ну, такими, так раунды не берутся, когда команда идет по одному вздыхать. Что происходит вообще, что это такое? Так, минус от Эндрю. Все-таки борется в этом раунде парни за атаки. Флэш, Фриз, точнее, очередной минус делает с АВП. Остался дизель. Один против троих. Времени 41 секунда. И то, если это, может быть, неправда. Может быть, у нас сейчас глючит таймер. Потому что прыжки были на ХЛТВ. А, 1-2 даже дизель. Сейчас он включил ВХ. Вот слева сидит первый игрок. А, не увидел в дыму. Не увидел там коленку. 6-1. Это камбэк. Тафа, эхо от звука идет. Закрой второй стрим, если у тебя идет эхо от звука. Не знаю, могу попробовать что-то поправить. Выключить вообще все стримы. Ну, вообще, реально, да, поправь. Это у всех? Ух ты. А сейчас? Он в туннеле. Эхо 8D. Трабл жесткий, сейчас послушаю. Трабл жесткий, сейчас послушаю.
Ну, видимо, это какой-то логодромчик, да? А ну, та-та-та, музычка. Да нет, нормально там все со звуком. Алло. Я комментирую, что? Извините, ребята, отвлекся тут, конечно, сумасшедший. Да, рефрешните стрим, ребята, наверное. 8-1. И команда Новый Спорт сейчас, по-моему, испытывает проблемы. Не знаю, почему там какие-то пролаги случились. Из-за чего, непонятно. Ну, вроде, если рефрешнуть, то все будет нормально. Подлагивает звук какой-то. Эхо. Что за эхо? Эхо это когда повторяется два раза, а когда зависает, это не эхо, это по-другому называется. И еще один новый человек спросил меня, буду ли я стримить финал. О боже. Нет, не буду. Да, здесь точно, по-моему, будет третья карта. Здесь, по-моему, точно будет третья карта, если команда Нова не наберет еще раундов в атаке. Их могут сейчас просто придавить. Как клопов. Выход Б. Слишком просто. Просто в данном случае команда NVHM на тоже шарит трейн, шарит смещение. Видите, все получается. Эндрю неплохой хедшот, но все равно атака в меньшинстве. На собаке застряли друг у... Нет, один прошел, дымы, гранаты, скидывается плант. Минус от Эндрю, его быстренько разменяли. Видан идет на поджим, дал минус, его тоже быстро разменяли. И калибр один против двоих остается. Тафа звук в игре с эхо. Тафа ребут КС. У меня в наушниках хорошо звуки, ребят, с КС. Обычные, у меня ничего не поменялось. Звуки КС лагают, ну... Да, сейчас попытаемся приоритет поставить. Сейчас, одну секунду. Что постоянно происходит? Тут как-то бесит вообще. Так, да есть же. КС стрельба лагает, надо просто КС работать. Да у меня не лагает стрельба, у меня отличные звуки в КС. Это не знаю, это новое сегодня обновление Эксплита вышло. Вот это вот оно может только взрывать мозг. Сейчас я еще запущу раз стрим, быстро гляну. Сам себя послушаю, как там звуки стрельбы работают. Ну, сейчас разберемся. Пока все равно ничего бешеного не происходит. Команда NVHM просто разбирает своих врагов. Постреляйте кто-нибудь. Ничего не понял по звуку, вот их, по-моему, вообще нету. Давайте попробуем еще раз.